В этих глазах все – счастье, гордость, тревога и, конечно, надежда. В зале славы Музея Победы на Поклонной горе чествуют жен и матерей участников специальной военной операции, а еще тех, кто приближает победу своим трудом, отправляя помощь на фронт. Для нас эти встречи всегда носят, с одной стороны, такой, вроде бы, такой добрый характер, но, с другой стороны, он очень информативный, потому что ты можешь пообщаться напрямую и... Тебе глаза в глаза говорят о каких-то проблемах и трудностях, которых надо подключиться и решить. И для нас это очень важно. Говорили о прошлом, настоящем и, разумеется, будущем. Бытовые вопросы, выплаты и пособия. Сын Маргариты Маханьковой погиб в июне прошлого года. Воевал в батальоне «Спарта». Женщина признается, он родился воином. Теперь ее долг – помогать тем, кто сейчас воюет. Память о сыне. Занялась волонтерством, работаю в группе «Добрые сердца Балашихи». Ну, я конкретно занимаюсь плетением маскировочных сетей. Вот уже скоро год как. Королев, Серпухов, Домодедово, Балашиха, Клин. Участницы встречи приехали из разных уголков Подмосковья. Анастасия – многодетная мама из Одинцова. Воспитывает 6 дочек. Помогают фронту всей семьей. Мы с детьми готовим еду, собираем гуманитарку, пищу готовим и в ретортпакетах, и сублимированную пищу, отправляемся на передовую. Ребята у меня ездят прямо вот от меня и конкретно в подразделение, которым требуется помощь. Обменялись теплыми пожеланиями и решили, встречаться нужно почаще, ведь им не меньше, чем их мужчинам, на фронте нужна поддержка. Карина Еряшева, Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».